Последние звонки в подмосковных школах проведут в традиционном очном формате 21 или 22 мая. Точную дату выберут в каждой школе. Праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех требований безопасности. Выпускные вечера предложено назначить на 25 или 26 июня. Также на выбор каждого учебного учреждения. Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник для выпускников прошел в дистанционном формате.